Всем привет! Сегодня с вами я, Анастейшн, это мой канал, и добро пожаловать на него. И сегодня мы поиграем с вами в игру «Угадай блогера по эмоджи». Сегодня я попросила своего друга Арсения загадать мне двух блогеров по эмоджи. Так что спасибо, Арсений, тебе большое за помощь, а вы не забывайте про свои пальчики вверх, подписываться на мой канал, и мы погнали! Итак, сейчас я включу запись экрана, убавлю звук и напишу Арсению, что я готова. У нас пошла запись экрана, сейчас я напишу Арсению. Так, напишу ему «давай». Ага, он мне прислал джойстик, игровой джойстик, значит, этот блогер любит играть в игры. Давайте подумаем, кто у нас любит играть в игры. Ну, например, Чебураша ТВ любят играть в игры, но они играют с шокерами, и это как бы не компьютерная игра. Ивангай вроде как играл в игры. Ну, давайте попросим следующую. Попросим следующий смайл, то есть следующую подсказку. Потому что пока я даже не буду задавать вопросы, потому что и так понятно. Ага, этот человек постригся в девушку, поменял пол, у него стрижка как у мальчика. Там мальчик. Значит, этот человек мальчик. Любит играть в игры. Ага. Ну, допустим, Ивангай. Мне больше никто в голову не приходит. Я не знаю, кто еще делал обзоры на игры. Это, естественно, скорее всего, не Ивангай. Но... попытка не пытка. Yes! У-ху! Я угадала! Еее! Ура! Давай следующего блогера! Ура! 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 Давай следующего блогера! У-ху! Я угадала! Yes! Итак, ждем следующего блогера. Этот раунд, кстати, был достаточно быстрым, я как-то сразу догадалась. О, нам прислал Арсений следующий смайлик, и это смайлик короля. То есть, видимо, этот человек чувствует себя королем, или он считает, что он крутой. Хорошо. Давайте спросим, этот человек очень крут. Человек очень крут, спросим мы Арсения. Что же нам ответит Арсений? Сейчас узнаем. Арсений нам отвечает «Да!» Хорошо. Что-то мне подсказывает, что это какой-нибудь Николай Соболев. Ну давайте следующую подсказку. Давай дальше. Следующий смайл. Компьютер, ноутбук. Ну, здесь понятно сразу, что блогер он монтирует за компьютером. Ничего удивительного. Ладно, допустим, он тоже любит компьютер. Не знаю. Крутой блогер, который любит компьютер. Ну, я тоже могу сказать, что я крутой блогер и люблю компьютер. Тоже тут очень много вариантов. Может быть, это и действительно Николай Соболев. И дальше. Пока что сложно понять. Давай дальше. Напишем мы Арсению. 18 перечеркнуто. Что? Кто это? Он снимает что-то плохое? Так, кто у нас снимает что-то плохое? Может быть, это не Федов? Он как бы крутой, но он снимает ИШБ, но как бы у него там есть на некоторых видео 18+, я так понимаю. Давайте спросим, этот человек снимает что-то запрещенное? Запретное или плохое? Арсений нам ответил нет. Значит, мои догадки были неправильными. А что плохо? Окей. Дальше двигаемся. Деньги.
То есть он зарабатывает деньги, он любит деньги. Может быть, какая-нибудь Лиска? Я даже не знаю. Лиска? Нет. Пока я туплю. Причем сильно. Окей. Давай дальше. Напишу Марсению. Может быть, это какой-нибудь фейс, но он не блогер. Кто у нас блогер еще есть? Я уже забыла даже всех блогеров. Хотела снимать это видео, просто все блогеры вылетели из головы. Кто у нас крутой и зарабатывает много денег? Герман Черных, но он... Почему 18 перечеркнуто? Здесь что-то явно не то. Если цифра 18 перечеркнута, то значит это как-то связано. Маски. Он мне прислал маски. Взрыв мозга просто бах. Маски. Я меняю маски. Сочиняю сказки. Так, ладно. Может быть, грустный-веселый. Может, у него резко меняется настроение. О, я не понимаю, кто это. Связано с игрой в театре. Я не знаю, какой еще вопрос тут можно задать, но это реально смешно уже, потому что я не могу догадаться, причем как-то долго. Я не знаю, кто это, мне никто вот в голову не приходит. Может быть, это так элементарно, но я не знаю. Давай дальше напишем Марсению, потому что я не знаю, кто это. Кто ж такой популярный? Ну кто? Мальчик и мальчик. Он что, гей? Что? Мальчик и мальчик? Или не светский? Я не думаю, что он считает себя настолько крутым. Это сложно. А! Может быть, это Халберы! Халберы! Они ж братья, и их двое. Нет. Кто это, Арсений? А! Кто это? Я не понимаю. Нет, ну у меня больше вариантов нет. Если он нам еще как-то не подскажет. Дед Мороз черный. Блин. Может быть, это какой-нибудь этот... А, забыла, как его зовут. Сейчас, как его зовут? Босс что-то там, мегабосс или что-то такое. Босс был какой-то. Как же его звали-то? Я не помню. Мегабосс что-то такое. Может быть, я просто не знаю этого блогера? Дед Мороз черный. В чем тут Дед Мороз? Да! Это был этот мегабот! Я не знала, как его зовут, но я ему написала. БРБ. Кто-то, короче. Хух. Еее. И теперь настала моя очередь. Так как у Арсения мало времени, я ему загадаю одного блогера. И давайте подумаем, кого бы загадать, кого Арсений может знать. Давайте ему загадаем Марьяну Ро, потому что я знаю, как ее загадать, потому что здесь есть прямо все признаки. И первый смайлик давайте ему отправим корону. Итак, я отправила Арсению корону, намекнув на то, что это Марьяна Ро. Давайте ему отправим следующий смайлик. Это будет у нас, наверное... Это я спрашиваю, это Арсений. Конечно же ты. Кто же у нас еще король? Арсений. Давайте ему напишем. Нет. Со смеющимся смайликом, естественно. Я не хочу его обидеть. Или чтобы он на меня потом обиделся. Так.
и следующий смайлик мы ему отправим бургер, потому что Марьяна Ро встречается с Фейсом, а у Фейса есть песня «Бургер». Где наш бургер? Сейчас я еще полчаса буду смайлик искать, но это просто в моем стиле. Вот он. Отправили мы ему бургер. Может быть, это ему как-то подскажет? Давайте так, если он не догадается... Фейс, почти. Вот почти. Если не я, то Фейс. Добрый Арсений. Ай-яй-яй, фу. Плохие слова. Лиза, нет. Ты почти угадал, Арсений. Давайте ему что-то отправим, что поможет ему намекнуть. Давайте ему отправим плачущий смайлик и веселый смайлик, потому что у Марьяны Ро было видео «Я устала». И напишем ему, что это была подсказка. Потому что, да, Марьяна, он догадался. Молодец. Молодец. Давайте ему напишем спасибо большое за помощь. Потому что Арсений мне реально помог. Спасибо. Давайте ему напишем. Написала. Вот так. Ну, на этом было все мое видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось, что вы обязательно поставите свои пальчики вверх, подпишитесь на мой канал. И всем пока-пока, до следующего видео! Пу!